Поговорим мы сегодня о четырех ножах МКАСТа, каждой из своей серии. Это серия Tactility, это серия Classic Wave, это серия Сингоку и серия Катана. Первый нож в нашей серии обзоров – это МКАСТа Tactility Elite. Из названия первое, что приходит на ум, что эту серию ножей сам производитель позиционирует как тактические ножи. Ну, насколько вообще могут быть тактические ножи МКАСТа? Хотя, возможно, что... Название Tactility происходит от слова «тактильный», потому как тактический нож МКАСТа лично у меня как-то не особо вяжется. Общая длина ножа 210 мм. Примечательно, что это одна из двух серий ножей МКАСТа с самым длинным клинком из всех их фолдеров. Клинок здесь я намерил 93 мм. При толщине обуха 3 мм. Сведение 0,65. Такое не сказать, что очень прям тонкое сведение, не сказать, что ломовитое. Спуски слегка вогнутые, сталь на клинке VG10. Это японская сталь, японцы очень любят эту сталь, ставят ее где ни попади. Изобретена она была специально для ножей, что, в общем-то, не так часто в мире металлургии происходит. При хорошей термичке и использовании по назначению, в принципе, эта сталь отличная и очень даже сбалансированная. Но к современным топовым сталям она уже давно не относится. Из особенностей этой серии это наличие грубых насечек. Ни на одной больше серии ножей МКАСТа таких насечек нет. Насечки под пальцем, насечки в районе чойла, насечки на тыльнике и сверху такие, как для МКАСТы, в общем-то, зубодробильные насечки. Наверное, наличие этих насечек, а также длину клинка, его такой агрессивный вид, можно за уши притянуть к тактическому классу ножей. Но это уже уж если очень захотеть. Материал рукояти – это искусственный камень кориан, как его называет производитель. Причем здесь он не однородный, а с вкраплениями. Эти вкрапления очень напоминают кусочки природного камня, но утверждать я этого не могу, я не нашел информации. Под плашками камня стальные лайнеры. Причем заполированы они в зеркало, я покажу в макро. Конструкция очень открытая, что, в общем-то, приятно. Клипса необычной такой формы, можно сказать, красивая клипса. Улавливаются японские мотивы, упругость у нее хорошая. Клипса переставляемая и очень-очень глубокого ношения. Прям вообще не видно ножа на кармане. Масса ножа на официальном сайте указана 97 грамм. В руке нож легким не ощущается, скорее даже наоборот, такой слегка увесистый. Никакой образцовой такой эргономики в ноже я не заметил. Но и неудобства тоже такого особого не возникает. То есть эргономика такая средненькая, я бы сказал. Клинок ходит плавно, благодаря толстым тефлоновым шайбам. Открывается за такой своеобразный раунд-холл. Урезанное такое отверстие и по форме мне сразу навеивает образ восходящего солнца. В общем-то, любой элемент в ножах МКАСТа навеивает какой-то символизм и какой-то образ. Замок Liner Lock. И здесь у меня самое большое нарекание к этому ножу. Замок очень тугой, как по мне. Особенно вот сейчас на холоде, на морозе, я буквально пару раз открыл-закрыл и прямо боль чувствуется в пальце. Это минус. И коль уж мы заговорили о такой тугости замка, как о минусе этого ножа, расскажу еще некоторые непонятные моменты мне. Клин не по центру, это, в общем-то, бывает в ножах МКАСТа, и, по-моему, производитель сам не заморачивается на этом. Отверстие, за которое открывается клинок, практически вообще не обработано, вплоть до того, что существует какой-то такой задир, очень даже заметный, я покажу его в макро. Болтики. Болтик, который держит упорную бонку, почему-то просто торчит над плашками так нагло. Причем соседние болтики утоплены нормально, как и должно быть. Тоже мне такой
непонятный момент. В общем, нож интересный, нож необычный, нож красивый, как большинство ножей МКАСТа. Есть варианты с материалом клинка, это VG10, как у нас, и есть дамаск со шпеньком. Есть варианты по расцветке плашек рукояти. В общем-то, варианты для выбора есть, на любой вкус. Возможно, это самый универсальный и самый рабочий складень из всех фолдеров МКАСТа. Но это, конечно, на любителя. Но в следующей серии мы поговорим о следующем ноже, так что не забывайте подписаться, чтобы не пропустить. Чтобы я тут зазря не мерз при таком морозе. Все, до встречи!